Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, родничкин, роднушечкин, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка. Дорогие друзья, гости и подписчики канала, рад всех приветствовать. Перед началом видео не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, распространять этот ролик. И заходите, посмотрите предыдущие проекты на канале, это далеко не безинтересно. Сегодня я по местности решил проехаться по кладбищам и нашел одно очень интересное, уникальное кладбище. Кладбище малышей. И сейчас я вам скажу, где оно находится. Во-первых, это в Московской области. 68 километров от Москвы. Кто знает, напишите в комментариях, кто в курсе об этом кладбище и, может быть, какие-то истории о нем знает. Я вам расскажу дальше, поэтому смотрите ролик до конца, будет очень много интересных фактов. Кладбище старое, но сейчас здесь кусок нового кладбища, наше кладбище малышей, старое советское кладбище. В чем его особенность заключается? В том, что там похоронены дети, маленькие малыши, до 5 лет, советские годы. То есть там захоронение 50-60-летней давности и всем до 5 лет, максимум 6 лет. И я объясню, это целое кладбище, только дети. И я вам объясню, почему так получилось, чуть-чуть попозже, уже конкретно на объекте, на месте. Сейчас я пойду через новое кладбище и сделаю быстренький обзор здесь. Но это обычное смешанное кладбище, здесь и женщины, и мужчины захоронения могилы. Оно современное, 90-х годов, я так понимаю, 2000-х оно было организовано. А вот за лесопосадкой, покажи. Вот за той лесопосадкой, значит, находится уже конкретно наш интересующий объект. Оно старое. И там, не знаю, сейчас уже, по-моему, не хоронят. Ни детей, ну, только там дети, в общем. Поэтому начинаем смотреть. Смотрите обязательно до конца, будут очень интересные факты. И будет очень интересное видео сегодня. Да, и поставьте лайк обязательно, поддержите. Если это видео наберет 3000 лайков, я вам обещаю, будет один грандиозный проект. Потом я вам об этом расскажу. Все, погнали смотреть. Я обещал, пока мы идем до нашего кладбища малышей детское, показать немножко вот это новое, современное. Ну вот видим здесь Александра, женщина похоронена, 11-й год, 28-й год рождения. Это получается 83 года. Здесь мужчина Виктор похоронен, 26-й год, 2006 год смерти, 80 лет тоже. 2007 год смерти видим. Здесь такой храм построенный, ну, больше, конечно, похоже на какую-то часовню, но написано на заборе «Храм открыт». Парень молодой похоронен, 96-й, 2020-й, 24 года. Мы идем к интересующему нас месту. Откуда я узнал про это кладбище малышей? А все очень просто, все благодаря вам, моим подписчикам. Дорогие родненькие мои, продолжайте писать, естественно, читаем все комментарии, отслеживаем. И кто-то мне написал, я уже, конечно, не помню, женщина, по-моему, какая-то, говорит, а вот приезжай, я здесь недалеко живу, вот тут возле меня кладбище находится. Московская область, я говорю, это очень удобно. Давайте я вам сейчас объясню, а то вы скажете, за что 3000 лайков. Если это видео наберет 3000 лайков, я вам обещаю просто 100%, прям сразу, через 2 дня, как только на этом ролике 3000 я вижу сердечков, классов вверх, выходят две части самого дорогого в мире кладбища. Не то, что самого дорогого в России кладбища, а в мире. Но оно находится у нас. Поэтому давайте поактивнее. И сразу посмотрите, просто на, не, вы это не видеть, вы видеть это нигде не могли больше. Я это не видел, никто это не видел, просто, напросто. Итак, ну да, это новое кладбище. А я вам покажу самое дорогое. Там такие памятники.
не то что 10-20 миллионов стоит, сотни миллионов. А есть захоронения даже, которые на самом дорогом кладбище мира, которое у нас находится, миллиард есть захоронений, представляете? И там похоронен, по-моему, 2 человека, а все это благоустройство обошлось в миллиард. Поэтому это будет очень интересно. Ну и съемки на грани фола, конечно, потому что вы понимаете, какие там люди приезжают поминать и так далее, и тому подобное. Это может быть опасно в плане съемок. Так, вот там ребенок, я вижу. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, в двух словах вы поняли. Это новое кладбище. Соответственно. За этой посадкой сейчас мы продолжим про могилы малышей. Да, здесь ребенок похоронен. Сейчас посмотрим. Осадченко. А, Екатерина и Толик. Екатерина Георгиевна, 1925. Опа! Не понял. 2014 год. Смотрите, его либо перезахоранивали, мальчика. Напишите в комментариях. Потому что здесь кладбище, ну вот я не видел самые поздние захоронения 2000-х годов. А здесь, смотрите, Осадченко Екатерина Георгиевна, 25-е рождение, 14-й год смерти. 85-89 лет ей было. И Толик, это ее сын, 1955-1962, 7 лет ему было. Это ее сын, она его родила, получается, в 30 лет. И он здесь похоронен тоже. Вот она в 14-м году, он в 62-м. Но здесь 2000-х годов, то есть захоронения, самые ранние, скажем так. Поэтому, наверное, его эксгумировали и сюда перезахоронили. Напишите, правильно я понимаю или нет. Вот здесь, ну тоже вот 2002 год, пожалуйста. Данилочкина Нина Афанасьевна. 1926-2002 год. Там. Мужчина похоронен 1942-2002, 60 лет. Вот 2000 года это кладбище. Поэтому, скорее всего, этого парня 62-й год откуда-то просто перезахоронили к ней. Или изначально был он похоронен здесь, она его эксгумировала, перезахоронила и сама к нему захоронилась. То есть, может быть, вот такая ситуация просто у нас, у них получаться. Все, подходим мы к объекту. Продолжим съемки уже непосредственно с детского кладбища, именно малышей, до 6 лет максимум. Старые советские захоронения, только детей. Но мне уже вам хочется показать самое дорогое и богатое кладбище мира, которое находится прямо рядом с нами. Вы даже себе представить не можете, как все это близко. 15-й год, 14-й, 5-й год. Как-то так. Все, заходим с вами на интересующую нас местность. Итак, начинаем, смотрим. Здесь вначале свежие более-менее захоронения, но это самые свежие, то есть 2001 годом отмечены, как я посмотрел, детские могилы. Молчанов Андрюш, 1992-2001. В 2002 еще видел здесь ребенка похоронено. Все, дальше уже здесь больше не хоронили. Это начало кладбища, и здесь более-менее свежие захоронения, обозначенные 2002 годом. Самое свежее, вот что я видел здесь. 9 лет ему было, 92 год рождения, 2001 год смерти. Значит, сейчас бы ему было 31 год. 22 года назад умер. Могила не обрабатывается, видно, брошенная уже. Лет 5 тут никого не было. Может, 3 года.
Все, двигаемся дальше. По мере углубления в центр кладбища, захоронение старее становится. Вот Оля Извекова, 1990 год, 2000. Кладбище находится в Московской области, 68 километров от Москвы, на север. Сейчас бы было 33 года, умерла 23 года назад. Но здесь ухаживают, приходят, убирают, облагораживают. Очередное детское захоронение. Шабаев Игорек, 1972-1975. И сейчас я вам расскажу и поясню причину возникновения этого детского кладбища. Я поговорил с местными жителями, поинтересовался, узнал. Они мало чего знают, просто говорят, что в курсе, что здесь находится детское кладбище. И где-то оно советских лет, но хоронить продолжали почему-то дальше здесь детей. Вплоть до 2000 года. Потом все прекратили. И только один местный житель мне сказал, потому что тут все уже обновились здесь. В этом поселке люди. Только один мне сказал, что причина возникновения этого детского кладбища, по всей видимости, что, как он знает, слышал, раньше, вплоть до 85-го года, или 90-х, вот где-то так, он точно не может сказать, здесь был детский дом. Ну и, к сожалению, дети тоже там в детских домах советских умирали. И поэтому здесь было организовано детское кладбище неподалеку. Но потом этот детский дом закрыли, то ли 85, то ли 90, он точно сказать не может. И вообще это не проверенная информация, вообще никак, 50 на 50, не 100% инфа. Но чисто по логике получается, что так. Если детский дом, то да, детское кладбище, возможно, находится рядом. А иначе нет объяснения, почему захоранивали отдельно детей. Если женское кладбище, там понятно, почему было, потому что потом я почитал кое-где, там просто поселок был, и в основном женщины жили, поэтому их там и хоронили. Да, если кто не видел это видео, перейдите на канале раньше, посмотрите этот проект «Женское кладбище». Я особенно рекомендую посмотреть «Женщина, умершая в колодце». Вот эти два проекта, два видео. Это будет очень интересно вам и любопытно лицезреть. Колтунова Ира, 1977-1982 год, 5 лет. Сорок шесть лет ей сейчас бы было. Умерла в пятилетнем возрасте 41 год назад. Шмелева Оля. Памятник современный, но он был заменен 100%. 14.02.1968 год, 26.02.1979 год. 11 лет. Значит, родственники нашлись, приехали, памятник поставили. Нет, ну, возможно, они и были изначально, потому что многие дети в интернате были из-за того, что родителей не было средств и возможностей содержать, воспитывать детей. Ну, или другие какие-то тяжелые жизненные обстоятельства. Поэтому, в принципе, может быть, и связь поддерживалась с детьми, там, забирались на выходные и так далее. Ну, памятник 100%. Ставили родственники. До этого вы видели, какие простые памятники. Вот такие памятники ставил интернат.
обычные, обыкновенные, но здесь тоже современные. Это я это говорю и вам, я как не последний человек в похоронной индустрии. Все, двигаемся дальше. Красильников Юрочка, 1973-1981 год, 8 лет. Тоже достаточно современный памятник, переустановлен был. Сейчас бы ему было 50 лет. Умер в 8-летнем возрасте. Кладбище находится в Московской области. Тройно Лариса, 1971-1982 год, 11 лет. Девочка погибла. Ну, я еще раз объясняю, что в таком возрасте не умирает, а погибает. Что бы ни было, болезнь там или еще несчастный случай, все равно это гибель. Сейчас бы ей было 52 года. Бруев Димочка, 1979-1980 год смерти. Сейчас бы ему было бы 44 года. На данный момент. Елисеева Наташа, 1977-1983, 6 лет. Помним, любим, скорбим. Памятник очень хороший. Сейчас бы ей было бы 46 лет. Здесь много вот таких памятников без фотографий установлено. И вообще, скажу вам так, в практике чаще всего устанавливают без фотографии такие памятники с ангелочками. Ну, там много разновидностей их существует. Щербаков Володя, 05.04.1983, и дата смерти 31.08.1983 год. 4 месяца прожил. 40 лет было бы сейчас ему. Как показывает практика, что вот часто такие памятники с ангелами устанавливают для детей без фотографии. Просто вот такие. Процентов 70 случаев. Еще один памятник ребенку, но здесь подросток. Но в детдоме разный же возраст был у детей. Различный абсолютно. Щитиков Сергей Викторович, 1968-1981. Это ему получается 13 лет. Но выглядит довольно молодо. Сейчас бы ему было 55 лет.
Юдин Андрей, 1987 год рождения, 1987 год смерти. С 3 месяца по 10 прожил. 7 месяцев ему было. Сейчас бы было 36 лет. Металлические. Вот это уже памятники бюджетные. Такие детдом уже устанавливал легко и как бы это уже правдоподобно. А те помененные были, которые мы видели с вами на видео ранее. Стандартный памятник металлический, фотография, стандартная табличка и гробница стандартная. Карпицына Ирина, 1973-1977, 4 года. В 73-й год рождения, то есть сейчас бы было 50 лет. Сейчас вам покажу одно очень интересное захоронение, интересный памятник и очень старое захоронение. Ну а вы поддержите этот ролик лайком ради памяти этих погибших и умерших детей, ради светлой их памяти. Поэтому однозначно лайк, на этом ролике дизлайков быть не может. Видим, многие захоронения здесь заброшены уже процентов 80. 20 еще как-то видно, родственники редко-редко, но приезжают. А 80% это просто брошенные, и я здесь последний, кто, наверное, к ним приходил. А может быть и первый, и последний. Их помянул здесь сейчас. В том числе и этим роликом. Смотрим, Павлова Тамара. Смотрите, она была не совсем ребенок, но маленькая, и 1958 год рождения, 1971 год смерти. Получается, ей было 13 лет, но 71 год смерти, представляете? То есть это 52 года назад. Сейчас бы ей было 65 лет. И видите, здесь дата, год первый написан, 1958, 24, а здесь 1971, 21, 9. Это не характерно для наших мест так писать. То есть пишут сначала число, потом месяц и потом уже год. А здесь наоборот, год, число и месяц. Как-то так. Или месяц и число. И вот путаемся постоянно. Ну ладно. Возможно, если было принято решение так написать, значит, на то были свои причины. Однозначно лайки на этот ролик. Никаких дизлайков. Вот это все, это детские памятники. Стараюсь быстро вам показывать, потому что если все это сейчас я буду подряд снимать, то здесь месяц можно, 30 дней, если каждый подряд памятник. Ну, извините, если кого-то не помянули этим поминальным видео, кого успели. Я имею в виду детские захоронения. Здесь мы с вами видим уже заброшенное захоронение. Когда-то была плитка советская уложена здесь. Ограда и одинокое захоронение ребенка. Соболев Дима, 1973 год, 1980, трагически погиб, 7 лет, здесь конкретно указана причина смерти, причинно-следственная связь, он погиб в 7 лет, фотографию поставили какая была, то есть с телефоном,
хорошая фотография, на мой взгляд. Продолжаем. Детское кладбище, Московская область. Карагодина Людмила, 1974-1976 год. 2 года. Памятник современный. Сейчас бы было 49 лет. Но здесь бывает видно. Цветы стоят. Пачка соли. Просыпали, чтобы трава не росла. Да, напишите вы в комментариях, как вы боретесь с травой на могилах своих родственников и на захоронениях. Может, соль, может, какие-то химикаты сыпете, может, бетонируете. Как благоустраиваете, как боретесь с сорняком, с травой. Интересно будет почитать. Может, какой-то совет дадите, который я не знаю. Друзья, на этом сегодня все. Призываю вас подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, распространить это видео. И заходите, посмотрите предыдущий контент и проекты на канале. YouTube-канал «Против лома» выражает соболезнования родным и близким погибших и умерших. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, удачи и пока.